Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 756, и нам нужно выразить в квадратных метрах, гектарах, арах, гектарах и арах. И перед тем, как приступить к выполнению задания, давайте вот небольшую запись сделаем, чтобы было легче. 1 гектар – это 10 тысяч метров квадратных, а 1 ар это 100 квадратных метров. Будем пользоваться этим при выполнении задания. И пункт А. Нужно выразить в квадратных метрах 5 гектар. Так как 1 гектар это 10 тысяч метров квадратных, то 5 гектаров это 50 тысяч метров квадратных. 3 гектара и 18 ар. 3 гектара это 30 тысяч метров квадратных. 18 ар. 1 ар это 100 метров квадратных. А 18 ар это значит 18 умножить на 100 или 1800 метров квадратных. 30 тысяч плюс 1800. Получается 31 800 метров квадратных. 247 соток. 1 сотка это то же самое, что 1 ар. Поэтому 247 соток это 247 ар, или нужно 247 умножить на 100. Получаем 24 700 метров квадратных. И 16 ар. Получаем 1600 метров квадратных. Пункт Б. В гектарах все нужно выразить. 420 тысяч метров квадратных. Просто делим на 10 тысяч, чтобы выразить в гектарах, потому что 1 гектар это 10 тысяч метров квадратных. Получаем 42 гектара. 45 километров квадратных. Чтобы выразить 45 километров, там еще мы не до конца записали, то есть я не до конца записала, еще 19 гектар. Чтобы выразить километры в гектарах, нужно сначала километры выразить в метрах квадратных. 1 километр квадратный это, так как просто в километре 1000 метров, то 1 километр квадратный 1000 умножить на 1000 или 1 миллион метров квадратных. Поэтому 45 километров квадратных это 45 миллионов метров квадратных, и еще 19 гектар у нас есть. А 45 миллионов метров квадратных это, чтобы узнать, сколько гектар, нужно разделить на 10 тысяч или просто 4 вот этих вот нуля отбросить. И получаем 4500 гектар, и еще 19 гектар у нас было. Или мы получаем 4519 гектар. Пункт В. В арах все нужно выразить. 43 гектара. 43 гектара это 40, то есть 430 тысяч метров квадратных. А чтобы метр квадратный выразить в арах, нужно разделить на 100 и получаем 4300 ар. То есть получаем, что в одном гектаре 100 ар. Дальше 4 гектара и 5 ар. 4 гектара это, соответственно, 400 ар. И плюс еще 5 ар, получаем 405 ар.
30 700 метров квадратных нужно разделить на 100, чтобы узнать, сколько это ар, потому что в одном аре 100 метров квадратных, получаем 307 ар. И последнее, 5 километров квадратных и 13 гектар. Километры квадратные сначала нужно перевести в метры квадратные, и это будет 5 миллионов. Мы об этом уже говорили, что 1 километр квадратный – это 1 миллион метров квадратных, и еще 13 гектар, а 13 гектар – это 1300 ар. Чтобы метры квадратные перевести в ары, нужно разделить метры квадратные на 100. То есть вот эти два нуля мы просто отбрасываем и получаем 50 тысяч ар. Так, ар и плюс еще 1300 ар. И получаем 51 300 ар. Так, закончили пункт В. Здесь у нас больше ничего нет. И пункт Г. В гектарах и арах 930 ар. 930 ар – это 900 ар плюс еще 30 ар. Так как 100 ар – это 1 гектар, то 900 ар – это 9 гектаров. И еще 30 ар. И 45 700 метров квадратных. Давайте сначала вары переведем, для этого разделим на 100. Получаем 457 ар. 457 – это 400 ар плюс еще 57 ар. А 400 ар – это 4 гектара, то есть получаем 4 гектара и 57 ар. И выполнили задание 756. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.